Это разновидность валерианы, одно из самых мощных целебных растений в мире. Лечит нервы, сердце и входит во многие препараты. Используется в основном корневище, но целебные все части этого растения. Валерьяна действует наркотически на кошек. Форма валерьяны имеет длинный конусообразный стебель. На вершине стебля начинают ветвиться. Имеет очень приятный, сильный запах. Сейчас я вырву одно растение ради науки и посмотрим на ее знаменитый стебель, корень. Вот такой вот корень у нее. Понюхаем. Говорят, что корень тоже пахнет. Ого! Мощнейший запах валерьяны идет. Словно разлили бутылечек. Да, вот так вот выглядит это мощнейшее растение. Сравним с ногой, почти 1,5 метра. Красота. Легендарное лечебное растение. Спасибо за внимание. Если никогда в жизни не видели валерьяну, пишите в комментарии.